Арендаторы одного из томских торговых центров объявили голодовку. Предприниматели заявили о ней на пикете около здания областной прокуратуры. И люди в мороз вышли на улицу с требованием возбудить уголовное дело по факту подделки документов на право собственности здания. Но к протестующим никто так и не вышел. Пикетчики считают передачу объекта новому собственнику незаконной, требуют возбудить уголовное дело. Они ссылаются на данные экспертизы, согласно которым подписи на договоре купли-продажи здания прежнему собственнику, скорее всего, не принадлежат. Но материалы того уголовного дела, которое велось почти 10 лет, как ни странно, потерялись. Бизнесмены уверены, новому хозяину они ни к чему и надеются исключительно на новое разбирательство. Говорят, только в этом случае торговые точки останутся на своих местах, иначе 300 человек потеряют работу.